на канале Принцесса Милана. И сегодня я расскажу вам стихотворение. Ой, стойте. Мое самое любимое стихотворение. Самуил Яковлевич Маршак. Багаж. Дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, уложен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватили на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Так видит, стоит у колес огромный деерошенный пес. Схватили его и в багаж, там, где прежде лежал саквояж. Картина, корзина, картонка, там, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир, носильщик 15-й номер. Везет на тележке багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. А сзади ведут собачонку. Собака как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды! Собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван. Картина, корзина, картонка, верните мою собачонку. Позвольте мамаше на станции, согласно бумажной квитанции, от вас получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Однако за время пути собака могла подрасти. Сейчас я устрою небольшой конкурс. Вы должны посчитать, сколько раз я сказала диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. И написать в комментарии. Кто отгадает, тому я передам в следующем видео приветики. Всем пока!